Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, давайте сегодня поговорим также об осколках. Посмотрим, сколько же все-таки их дают. Я не знаю, честно говоря, я бегал по арене вот двое суток. Очень мало осколков дает. То, что я понял, что осколки даются без ограничения, это однозначно, что бы там ни писали. Их дают постоянно, но нужно искать города более подходящих для этого. То есть, если изначально вы находите замок где-то с этой стороны, разбиваете его, разбиваете какие-то дополнительные здания, по первому разу вам предоставляют осколки. Я запускал всех героев, и получалось так, что выпадали, бывает, что не выпадали. Ну что, давайте сейчас посмотрим. Я сегодня получил один осколок на ветрокрылую. Один осколок. Давайте посмотрим, что у нас тут. Один здесь. Даже два осколка. Многие говорят, что ничего не выдает. Именно по два осколка. Это, друзья, не так. Я, например, вчера заработал два осколка. Именно вот на бестию. Два осколка. Вот мне осталось еще две штуки. Буду стараться сегодня вытаскивать его по-любому. Потому что акция заканчивается. Нужно будет вытащить. На остальных героев я сейчас не стараюсь особо. Кто-то спрашивал про пушкаря. Посмотрите, я его еще не докачал. То, что у меня он максимального уровня. Это еще все ерунда. Нужно прокачивать все его умения, способности. И так далее. Да, я заметил один комментарий. Что можно не обязательно запускать всех героев. Можно выпускать того же пушкаря. И пушкарь может быть где-то тут по замку то же самое бьет. И какие-нибудь здания, и вы получите осколки. Друзья, здесь, конечно, по выбору. Я же вам не конкретно предлагаю, чтобы вы делали, как я играю. Я много раз и во многих видеороликах говорил, что вы слушаете, что я говорю, а делаете, как вы считаете нужным. Понимаете? Ну что, погнали, давайте посмотрим. А по поводу, что запускать именно пушкаря, друзья, говорю, что думайте сами. Я выпускаю по возможности. Я сначала сделаю так, например, запускаю, например, бестию на замок. Если я вижу, что там дополнительно есть где-нибудь еще зацепить какие-то здания, потому что знаете, что крылатая, она ломится сразу на атакующие. Если я смотрю, что она уже бежит в другую сторону, я запускаю пушкаря. Я вам сейчас покажу, если получится найти такой город, о чем я имею в виду. Запускаете пушкарика. Если успеет, успеет. Потому что бывает так, что не дают, например, на одного героя постоянно. И потому я вам объяснял в прошлом видео, что нужно запускать их всех. Что кто-нибудь да урвет его. А то, что если вы запускаете пушкаря, там даже на акции нарисован пушкарь, вполне вероятно, что можно запускать только одного пушкаря. Потому что у меня было изначально, я его запускал только его. Выпадал на ледяную скалу и на ветрокрылую. Вот на бестию я не видел осколка. Так, ну что, давайте попробуем. Я нашел вот такой город, я его знаю. Здесь, конечно, печально с пирамидой. Можно не успеть. Но можно попробовать запустить сюда героев. Или с этой стороны. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну что, давайте мы разобьем здесь. Этот город я уже знаю. Не помню, сколько там заклов нужно. Так, по одному. Так, сейчас посмотрим. Здесь тоже два. А нет, один. Один. Встревают они именно вот здесь иногда. Так, есть проходик один небольшой. Ну и, наверное, сделаем здесь удар один. И, наверное, сделаем вот тут. Так, ну что, погнали. Запустим сначала рыцари. Кто не знает этот город, как бить. Я его, конечно, не выношу на 100%. Задач такой нету. Рыцари здесь не доходят на сотню. Конечно, если запустить каких-нибудь допов, либо запустить там всех героев на убой, можно будет его проскочить. Но задача здесь только вытащить все ресурсы. Мне большинство волнует только золото. Есть еще, конечно, тут 50 тысяч, да, 54 тысячи есть песочку.
Сейчас посмотрим. Так, ну что, пирамида сейчас начнет атаковать. Задача уничтожить и башенки смерти. Вот она уже закончилась. Так. Так, ну и начала пирамида работать. Сейчас посмотрим. До пирамиды я не знаю, если дойдут. Запустим их в центр. Эти боковые будут сносить здесь. Не всегда я пирамиду тут уничтожал, потому что они, видите, ломятся на другие здания. Ну, сейчас посмотрим. Тут есть еще 50 гоблинов. Так. Ну и зачистим так гоблинами, наверное. Побыстрее запустить их. Запущу, конечно, крылатку. Надо смотреть. Потому что неизвестно, откуда этот осколок выпадает. Запускаем пушкаря. Сейчас посмотрим, выпадет, не выпадет. Запускаем еще одного героя. Там шпиль остался. Сейчас, чтобы не нарваться на него. Так, есть подбили. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось из этого. Так, и ну и того, видите, у нас получилось совсем на повелитель. Это что у нас? А, пламя возмездия. Ну, видите, получилось на него взять. Ну, а мы теперь давайте попробуем сделать по другой системе. Так, игра опять у нас зависает. Я периодически запускаю всех героев. Как вы видели сейчас на видео, что я именно показываю так, что сначала запускаю ветрокрылу, ой, бестию запускаю. Если она не берет осколок, потому что она там может быть под угрозой. Понятно, что кто на месте вам поможет сейчас с помощью. Но я стараюсь их не уничтожать, потому что пока войны строятся, я в дальнейшем также выхожу на арену. Ну что, друзья, давайте дальше продолжим. Сделаем еще одну атаку. Посмотрим, что получить сегодня. У нас на какого героя еще? Ну, конечно, как я и говорю, что лучше мне сейчас заниматься именно бестий, два осколка все-таки. Но не знаю, если получится, буду сегодня стараться допоздна выбить его, если, конечно, получится. Так, ну что, что-то очень мало замков выпадает. Попробуем сделать тогда атаку, если найдем какой-нибудь городишко. Я сейчас в основном атакую только рыцарями и гоблинами. Не знаю, как-то уже вошло в привычку, если ждать каких-нибудь троллей, то да. Но видите, я в основном атакую именно рыцарями, и мне приходится искать именно такие более-менее полегче городишки такие. Но если стараться убивать, например, вот такой город, здесь уже не знаю, можно попробовать слонами, энтами. Но моя задача сейчас что-нибудь попроще найти, чтобы попробовать все-таки выбить осколки. Очень нудная эта работа. Мне еще, в принципе, нужны и не руны. То, в принципе, они тоже рунами называются. Для улучшения этих камней хочу поставить сейчас на дракона 8 камень. Все никак не могу и собрать. Так, ну что? Ну, давайте попробуем на этом. Мне вот это мешает. Ну ладно, здесь по стандарту мы сделаем. Давайте попробуем с этой стороны зиккурат. Здесь также зиккурат. Попробуем на убой запустить, если получится. Может, протянет крылатка или не протянет. Сейчас посмотрим. Ну тут в основном этот город такой, самый идеальный. И на нем уже около 2 миллионов золота есть. Но по поводу... О, я даже и забыл. Ну ё-моё, как я так забыл. Да, вот это мой прокол. Забыл я сделать проход. Ну ладно. Воинов все равно хватит. Так, ну что, давайте, чтобы я так недолго не мучился. Давайте, сбивайте пирамиду. С одной стороны запускаете спокойненько. Этот город самый такой прикольный. Так, не знаю, запускать ли гоблинов или нет. Я в основном хочу попробовать
Давайте мы запустим сюда немножко гоблина. Наполовину, когда уже уничтожит что-нибудь здесь подходящее. Здесь 2 миллиона нужно 100% забрать. Ну, гоблины с этим и справляются. Рыцари в основном бегут куда попадя, если честно говоря. Бегают, сами не зная, что хотят. Так, ну что, запускаем последний гоблин. Сейчас добьют. Сейчас посмотрим, дойдут они до этой башни. Так, 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 так. Ну и запускаем ветрокрылую. Как я люблю ветрокрылую. Запускаем бестию. Тут остался один шпиль. Не знаю, если они его смогут достать. Сейчас посмотрим. Отлично. Ну, надо смотреть. Вот поэтому смотрите всегда внимательно. Если она ничего не возьмет, ну, может быть, где-то вот стопорится где-то с этой стороны. Тут еще рыцари рванули. Если она ничего не берет, смотрите. Сейчас покажу вам. Скорее всего, нет. Тогда запускайте других воинов. Так, то же самое. Вот, видите, на пушкаря выскочило. Это, конечно, мне не очень понравилось. Но, в принципе, если пробовать только ее запускать. Все равно, друзья, осколок есть осколок, даже если вы выпустили ту же самую бестию или ветрокрылую. Запускайте пушкаря, либо каких-то других еще дополнительных героев. И смотрите. Если уже осколки не попадают, например, на пушкаря, запускаете сначала бестию и пушкаря. И может быть так получится, что уже пушкарь набрал свое, может быть дадут на нее. Ну, экспериментировать тут надо. Ну, я стараюсь, по крайней мере, пробовать разные варианты. Так, ну а у нас тут уже 14 миллионов. Так, ну что? Та-дам! Постепенно улучшая заборчик, посмотрим в дальнейшем, насколько мне, в принципе, хватает настроения улучшать его. Ну, я вот уже такой небольшой кусочек тут сделал. Немножко перестроил город так, расширил его чуток. Не знаю, поможет это в дальнейшем или нет. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Всем пока, друзья!